Всем привет! Приобрели себе вот такую вот газонокосилку Makita. У нас, по идее, есть электрический триммер и бензиновый, но охота была вот такую газонокосилку, потому что у нас большая территория возле дома, и ей даже Оля сможет косить. А той бензиновой и электро, ей очень тяжело. Здесь очень жарко, и когда косишь, все камни, все летят по ногам. Приходится защиту на лицо одевать. И это проблемно. И очень много тратишь времени. И кончается постоянно леска. Особенно Оля на электрическую, у нее небольшая электрическая. Электрический триммер небольшой. И вот она постоянно меня просит леску поменять. Там ее хватает на очень мало. Всякие уже насадки перепробовал. Ну вот и решили вот такую купить. Выровняем хорошо место со временем. Камушки все уберем. И чтобы спокойно вышел и газончик покосил. Местами посеем газонную траву. Так что покупка, я рад. И Оля очень рада. Купили мы в Леруа Мерлен, в Новой Адыгее, возле Краснодара. Ну, везде я весь сайты все облазил, все эти сайты продаж. Ну, туда приехал, там оказалось дешевле намного. Но она электрическая, пришлось покупать еще провод к ней. Так что это не проблема. Оля тоже косит свои электрические, там тоже у нее длинный провод. Ну, ничего, потихонечку. Сейчас я вам сделаю видеообзор. И покажу, как я ее буду собирать. Вот такая вот газонокосилка. Ширина скашивания 410 миллиметров. Высота от 20 до 75. Это очень хорошо. Ну, у нас сейчас высокая трава. Мы, наверное, начнем с этой самой высокой, 75. Дальше 600. Можно квадратных метров скосить. Мощность 1600 ватт. Вот такую вот я искал. Многое просмотрел. За такую стоимость можно купить только 1100-1200. А здесь очень хорошая мощность. Вес ее 14,5 килограмм. Это самое вот такое важное, что она была потяжелее. Когда тяжелее, она лучше идет по траве, не прыгает. Здесь есть мульчирование травы 45 литров, он мягкий, но мне посоветовали брать с мягким, потому что, говорит, лучше вот засасывать, не так забивается, как пластмассовые. Здесь очень много, ну, считаю, на вся в отверстиях. Ну и электрический вот значок. Стоимость этой газонокосилки вы узнаете внизу под видео в описании. Так что сейчас я ее буду распечатывать и собирать. Вот так она выпущена, она в Китае. Вот сайтом www.makita.com. Ну, вы сами знаете, сейчас, мне кажется, все выпускается в Китае. Пластмасса очень качественная. Есть несколько ступеней регулировки по высоте. Вот. Ну, я вам сейчас покажу. Сейчас я начну ее распечатывать. И все вы сами увидите. А потом мы с Олей покажем, как она в работе. Как пусть.
Вот купили еще провод для нее. Сейчас будем косить, попробуем, как это все. Сколько метров взяли? 25. Там же в Леруа Мерлен купили. Да. Сейчас я положу, чтобы не ушло. Так, сейчас мы ее растянем. Ну, мы думаем, 25 метров нам хватит. У нас вот наша придомовая территория вот такая вот. Здесь мы потом выровняем, уберем все камушки, наведем порядок. Но сейчас будем пока вон там, вдалеке косить. Сейчас настроим все. Так, вот такая резеточка здесь. Кстати, я видела, вот так удобно. Девушка шла, вот так она повесила себе на шею. Так, надо вот здесь закрепить провод вот здесь. Вот есть такой специальный крючочек. Я не думаю, что он будет это. Так. Сейчас пойдем, поедем. Все. И посмотрим. Сейчас мы поехали на исходную позицию. Да, сейчас мы растянем все. И уже. Итак, мы приехали на исходную позицию. Вот наше поле. Так, мы пробовать. Давно уже не косили здесь. Специально, чтобы ее испытать. Сейчас мы будем пробовать на самой высокой, на семерочке. Семерка — это 7 сантиметров будет высота, а потом будем уменьшать. Переключаем на рычажок. На это? Да, сейчас на четверке. Потому что трава очень длинная, мы пока на семерочку. На 7. На семерочку поставили. И потому что она сильно высокая. Ну а потом можно она до скольки она там? До двух, по-моему. 2 сантиметра там беленькая стоит. Так. Теперь покажу, как она включается. Оль, нажимай красную кнопочку и рычажок на себя. Так, все, видите, она так дохнет. Да. Так, сейчас будем испытывать. Да, испытание пошло. Давай туда иди. Давай. Чтобы там было видно. Сейчас мы два ряда пройдем на семерочке, на 70 метров, а потом поменьше, чуть поменьше. Вот смотрите, как она справляется. Вот. Ох ты, сейчас проходит. Смотрите, как она. Прикольно. Да, 7 сантиметров где-то высота. Он прям полоска. А потом пониже, сначала надо это. Сначала развернуться, как автомобильчик. Вот. Я сейчас не видно, потому что знаешь почему? Потому что... Теперь даже я буду свободен, не буду весь день ходить с триммером и с этим электро, что где бензин надо. А мы не будем запускать теперь такое поле, да? И раз чуть-чуть выросло, мы раз и скосим. И где-то, ну, сантиметра 2-3 будем оставлять. Потом постепенно надо еще камушки собрать крупные. Да, мы выровняем еще, где у нас будет. Самое главное, мульча нам нужна. Да, и нам самое главное мульча вот в этой. На грядке вообще. Оля прям мечтала об этом мульче. Ну все, сейчас что, еще ряд проходим на семерке. Да? Нет, ну слушай, запустили точно. Не, ну мы специально, вот камушек надо убирать. Ну это ведь хорошо на семерке стоит, что... Ну это результат. Камни, подожди, булыжники. Да. Вот эту оторви, ну, веточку. Давай еще раз пройдем третий, и потом переключим пониже. Нет, да? Два не надо. Не, мы где-то на четверке давай пройдем. Потому что у нас сейчас это не убрано здесь еще, да? Не, это надо на семерке все пройти, все поле. Не, давай мы покажем пока. А, сравнение? Пока покажем, да. Я боюсь, там камни с небольшим попадут. Не, давай, потом опустим и также три рядка, давай. Нет, не что. Коляска. А если у кого-то очень ровная поверхность, вообще хорошо. Даже никаких проблем.
бывает такие. И тебе нравится он? Очень. Самое главное, чтобы тебе нравилось. А то. Сейчас я хочу еще вот пройти. И вокруг себя не надо, не обманывай. А то еще... Так, давай отомкай это, убери провод вот этот. И пойдем на нет, меньше. Я хочу еще пройти, потому что, подожди, я вот... Че? На колесики мимо прошли, вот видишь, вот здесь вот. Ты не торопись, ты просто... Я не тороплюсь. Ты чуть-чуть помедленнее иди, а то я не успеваю за тобой даже. Не надо за мной гоняться, стой и молчи. Пошли. Мощности хватает, сам это еще 600. И я их отправлю, что не помню, 600, 600. Давайте теперь я хочу. Ну смотри, как другой, красота. Другие сантиметры. Какая красота. Слышишь? Да, давай переключай. Давай палочку поставим. Че? Ну, для различия хотела бы посмотреть. Не, зачем? Мы сейчас по этому же месту уменьшим. Давай теперь. Нет, я не хочу по этому. Переключаем. Нет, надо еще меньше сделать. Надо будет лучше видно. Так, где на четверке? Так, подожди, подвижай. Да, четверка. Давай по этому же месту идем. На четверочке. По этим же местам. Она сейчас ее еще спустит. Меньше сейчас я не... посмотрю, если она не получится. Меньше не мы не буду. Будем. Меньше, там конечно. Не я... Так смотри, травы сухой нету, как после тренера, да? Все убирается. Ага, и классно, что не видится. Самое главное. Ну, смотри результат, смотри, как отличается полоса. Полоса как отличается. Семерка и четверка. Да. Прикольно. Ну, мне кажется, даже можно, знаешь, такое? На шестерку. Так, там что? Или пятерка. На... Мне кажется, пятерка будет лучше для нашего, да? Давай на пятерочке. Вот, я на пятерку поставлю. Потому что, когда мы уже все выровняем, да, камешки уберем, тогда мы сможем уже... Отличный результат. Так, у меня там что-то... Кстати, надо вот это спилить. Я посмотрела, это не алыча какая-то. Так что у кого... Хороший ровненький участок. Берите. Прям и бензин не надо, ни масла, да? Во-первых, легкая. Да. Любая женщина. Ну у меня триммер есть маленький, там я кашу там маленькую траву. Но вот где вот он не подлезет. Ну а это что? Представляешь, вот эту большую косу. Я сроду ее не смогу даже в руки взять. Так камни так отличают, аж страшно, аж это в машину, да? Все, результат видно. Результат на лицо. Ой, вообще балдеть. Да. Ну сейчас мы скосим, а потом вам покажем. Так, давай покажем, давай в этом, как он называется. Как? О, мульча. Вот она, твоя мульча. Оба. Опа. Ну мы, я еще... Так, а знаешь, как надо было смотреть, Оль? О, блин, а он уже полный, в принципе. А у нас трава-то большая. Вообще смотри, большая. Смотри, вот здесь есть окошечко, вот. Вон окошечко. Где? Вон, вон. Он когда переполняется, вот да, оно открывается. Блин, вообще все. Классно. Ой, все, я пойду это... мульчу отнесу, мне она нужна. Все. Ты довольна? Очень. Пойдем. Пойдем на грядку. Мы сейчас сходим на грядку. Ну все, сейчас я это вот это сделаю так. Ой, одеялка какой. Во-первых, она какая сухая. Посмотри.
Она, во-первых, должна быть такая сухая. Ну ты мечтала постоянно, чтобы тебе там Тора притащит эти от грибов эти семечки, мешки. Ага. То вот она теперь вот, и теперь не будет что, сохнуть земля, польем, да? И это очень хорошее удобрение будет, да, перегниет. Ой, какая ой-ой-ой. Сухенькая вообще. Оль, мне самому нравится. Нет, когда знаешь что, а когда помнишь? Вот она прям, ой, прям такая, мне очень нравится. А когда мы косой косили, да, сколько уходило травы просто в эти, да, сохло. Нет, ну она там тоже ее нельзя было, она сырая. А это, видишь, прямо сухая. Нет, когда мы косой косили, это триммером-то. Ой. Все равно это не тот. Мои помидорчики, а красоту. А еще же ты же под это, под малину, да? Я везде теперь она у меня, теперь все, везде вот такой пух будет. Ну это вещь. Очень. Это вещь. Это не даже картошку вот выкопать надо. Ну не зря мы купили, да? Нет, конечно. Я вот, ой, смотри, что-то помидорчик у нас, смотрю. Что-то это. Нет, это просто на нем помидор был, я сорвала. А-а-а. Это хорошо. Так. Вот ешевичка. Так что мы нисколько не пожалели, что купили. И мы долго искали, мы, да, все посмотрели. Вот операторы. Давайте. Дам попробуй. Это. Мы долго изучали, какой по мощности, каким лучше с ремнем не берите, будет проблема с ремненной. Там ремень порвется, потом дальше запчасти, все подшипники у вас придется. И там еще станина. Если подшипник заклинит, придется станину менять. А здесь стоит прямо этот резак этот на роторе двигателя. Хотела, так что... хотела, кстати, мешок пластмассовый. Помнишь, я говорю, ой, такой тряпочный, угу. А что, надолго он или ненадолго? А мне парень-продавец говорит, вот этот мешок надежнее, служить вам долго будет, хотя он такой мешковину, но качество хорошее. Зато, говорит, в пластмассовом все забивается, говорит, воздух дырочек не проходит. Мало. А здесь, говорит, воздух везде, вот он, прозрачный. Да. И, говорит, очень хороший. Ну все, покажем результат потом, Оль. Все, вот видите, как она хочет работать. Так и этот агрегат ей понравился. Теперь она не успокоится. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. Колокольчик. И не забывайте нажимать на колокольчик.